Здравствуйте. Сегодня мы с вами нарисуем этюд озера. Прежде чем рисовать озеро, надо для себя понять, что есть такое этюд. Живопись – это кратковременная работа, на которую мы должны уделять около 20 минут. То есть на одну картину уходит 20 минут. Для начала, конечно же, можно использовать маленькие размеры, для того, чтобы можно было совершать быстрее работы и не детализировать. То есть только в конце некоторые вещи акцентировать таким образом на них внимание. И все. Все остальное должно быть весьма размыто. Мы должны лишь поймать состояние природы и цвет в данный момент. Почему именно так? Потому что наше солнышко все время меняет положение и в зависимости даже какую погоду, в какой сезон года, цвета меняются. Природы всего здания. И также утро или вечер, ну это и так понятно и естественно. Поэтому мы должны постараться успеть поймать этот момент. И в этюде поэтому сразу же делается рисунок кистью и сразу же покрывается подмалевой и сверху же налепливаем, даже сразу можем налепить, чтобы было проще, и постараться попасть в цвет. Наметив горизонты, наметив все, мы должны отделить небо от воды. Как это можно сделать? Всегда идет такой вопрос, что мы можем потрогать? Мы можем воздух тронуть? Нет, конечно, это понятно. А воду мы можем потрогать. И тем самым вода, она материальна, она ощутима. И из-за этого она намного темнее, чем небо. Небо, оно светлое. Хотя мы можем смотреть на воду и видеть очень яркие цвета. Но на самом деле все, что отражается на поверхности воды, оно становится намного темнее на тон, на полтора как минимум, чем то, что отражается. И тем самым мы показываем, что это вода, а то небо. За счет того, что у них разный тон. То есть одно намного светлее, другое темнее. И опять же, для того, чтобы показать некое пространство, и холодный день, мы используем множество холодных цветов, но вдаль всегда мы используем более холодные цвета и делаем более туманно. И благодаря тому, что это этюд еще, мы не прорабатываем очень детально здания и все вокруг, мы их оставляем немного недописанными. Тем самым мы их убираем на задний план и вытаскиваем воду вперед. И некоторые детали дерева, веток вытаскивают работу вперед, передний план, и показывают нам целое пространство. Спасибо вам за просмотр. Всего вам доброго.